Вот уже 20 лет армянский художник Ашот Атывасян живет в Ленинском районе. Его работы – это отражение любви к двум городам – Еревану и Видному. Очень символично, учитывая, что название армянской столицы в переводе означает «видно». Поэтому свою юбилейную выставку «Новые краски» в первую очередь решил показать жителям муниципалитета. Когда мы познакомились, он просто скромно пришел в управление культуры, сказал, чем может быть полезен простой художник, армянин, там, переехавший сюда, к такому большому району, там, из местного района, как Ленинский район. Я действительно открыл уникального человека для себя. Каждый открывает для себя что-то интересное благодаря вот, проникновению культуры друг к другу. Это, на мой взгляд, обогатит и культурную жизнь Ленинского района. Через несколько дней Татеву, а именно под таким псевдонимом художник известен публике, исполнится 55 лет. Эта выставка в историко-культурном центре лишь начало. В скором времени юбилейные экспозиции появятся еще в нескольких городах России и Армении. Львиная доля работ написана в этом году, и они явились неким итогом пройденного творческого пути. Изменилась как техника, так и набор красок. Прекрасно, когда в жизни случаются такие дни, когда в твои монотонные будни вдруг вырывается вот это буйство красок, новые краски, буйство красок. Меня потрясает моя любовь Ереван, вот эта работа, потому что здесь угадывается и город, и горы, и сразу думаешь о сходстве вот этих слов «город» и «гора», и что стоит за образом города и за образом горы, и все это очень ярко, очень радостно, очень позитивно. Свои работы художник предпочитает не относить к какому-либо стилю. Все они – проявления его внутреннего мироощущения и написаны по зову сердца. Однако искусствоведы считают, что Атывасян – импрессионист и пуанталист. В основном это пейзажи, но среди картин встречаются и портреты. Один из них – изображение старинного друга, коллеги Арона Григоряна. Взял за шкирку, посадил в кресло у себя в студии и командным голосом заставил не двигаться. А результат как вам потом был? Очень быстрая работа и очень экспрессивная, честная. Понравилось? Понравилось. Живопись – это далеко не все, чем занимается Ашот Атывасян. Он пишет стихи и проектирует здания. Недавно архитектурная деятельность познакомила художника с Волгой, чему он и посвятил серию новых картин. И это не первый случай, когда судьба открывала для Татева новые горизонты. У меня есть уже там излюбленное место. Я вот периодически езжу, пишу, впитываю от природы, которая потом превращается в более свободном ритме. Все, я считаю, в наших руках. И доброта, душевность, радость, и все отдается, воссоздается в обратное. То, что отдаешь людям с радостью, то получишь обязательно. Окунуться в мир художника Ашота Атывасяна могут все желающие. Юбилейная выставка пробудет в историко-культурном центре до 26 ноября. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Елена Кошлева. Видное ТВ.